Работы по замене теплосетей на пересечении улиц Нестерова и Большая Печерская, а также улиц Кулибина и Пушкина ведутся не первый день. Дело в том, что от данных теплотрасс зависит обеспечение теплом около сотни домов в предстоящий отопительный период. Генеральный директор Теплоэнерго Александр Котельников пояснил, что срок службы новых труб 25 лет, в отличие от старых, износ которых ставили после 10 лет эксплуатации. Мы с вами видели на двух участках разные трубы. Здесь три трубы в пенополиуретановой изоляции, на другом участке мы видели трубы в пенополиминеральной изоляции. Оба вида изоляции имеют нормативный срок службы 25 лет. Вот, соответственно, это в два раза больше, чем те способы прокладки, те способы изоляции, которые применялись раньше. Ремонтная компания обойдется Теплоэнерго в сумму около 1 миллиарда рублей. В этом году значительная часть работ приходится на центр города, что создает свои помехи. К примеру, часть теплосетей проходит под проезжей частью, а рядом проходят различные коммуникации. Правда, неудобства для жителей, будь то шум или перекрытые дороги, компания старается свести к минимуму. Центр города, очень много коммуникаций, очень много мы переходим дорог, и вы видите, что и перекрываем дороги, стараемся, конечно, это делать в выходные дни, и в летний период времени все-таки жители находятся в отпусках, нам нужно вот как раз все вот эти вот трудные участки за это время успеть сделать. Всего в 2016 году запланирована замена более 40 километров теплотрасс. Пока в полном объеме сданы только 15 километров. По словам главы администрации города, в настоящий момент Теплоэнерго выбились из графика. Правда, уже к 15 сентября руководство обещает вернуться в штатный режим. Анастасия Грибова, Никита Вертлин, столица Нижней.